Всем прямо доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Да уж, куда же без потягушек. Ну что, Just Cause 3. Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Текс. Так. Где мы есть? Он меня победил. Какой кошмар. Так, победил. Так, здесь у нас есть две записи от Ди Равелло. Поэтому сейчас мы их посмотрим. Сначала одну, потом вторую. И потом пойдем уже на задание. Я в прошлый раз полностью освободил всю эту локацию. Не стал оставлять это на следующее видео. Думаю, ну что вы не видели очередные эти дурацкие, блин, захват этих локаций. Миллион раз. Все это вы уже хрен знает сколько раз видели. Поэтому, чего спрашивается... Эх, улетел. Чего спрашивается? Воду в ступе толочь. Так что, сейчас, вот видите, вот все здесь захвачено, вот это вот полностью. У нас вот это. Оф, да уж. Осталось все, ничего, да? Я вот на истребитель еще ни разу не летал. Ну, а, честно говоря, вспоминаю, как здесь устроена вся эта самолетная тема. А, вон вижу. Нет. Да, блин, вот она. День 1377. Прошло несколько недель игры с разумом Делуки, и его рассудок начал давать трещину. Делука набросился с руганью на местного полицейского, которому мы сообщили, что экс-генерал рыбачит без разрешения. Когда Делука вытащил разрешение и увидел, что мы подменили его нарисованной ребенком фальшивкой, упал в ярость. Бедняга кричал, что все это часть какого-то хитрого заговора. Гады. Чувак, иди отсюда. Отличная погода, чтобы попасть. Честь какого-то заговора. Да. Вот так вот медленно генерал сошел с ума, да? Капите эст. Не вест, а эст. Ну, по чайски тиром пользуются. В целом, эти быстрые довольно хороши. Весенний первый гром, бастардас. Ну. Весенний первый гром. Рико, угони эту машину. Там внутри заложник. Отвези его в безопасное место. Какую машину? Да иди ты в жопу, блин. С этим заложником, блин. Угони, говорят, эту машину. Сама и угони, блин, у вас толпы тут балбесов ни хрена не делают. И еще одна запись. День 1385. Так. Сегодня свою роль в создании вражеской силы в Медичи сыграл сержант-майор Душку. О как. Прошлой ночью он получил аудиозапись. Голос умолял его о помощи и говорил о заговоре против государственности Медичи. Охваченный порывом патриотизма, Душку немедленно решил отправиться к бывшему генералу Делуке. Семена восстания пустили корни.
Теперь им нужно лишь немного воды и света. Ну что, давайте выполним. Нет сомнений в том, что твоя подруга Дайма блестящий физик-теоретик. Но? Так. Но на деле это устройство не сможет удержать заряд. Эта штука работает как надо. Разве вы ее не испытывали в лаборатории на новом танке? Ха. Дело в том, что с танка для нее пришлось кое-что снять, так что испытать не получилось. Так, получается, я лишилась ценного танка. Лучше бы это того стоило, Тео. Это того стоит. Если не взорвется и не прикончит нас. Я все слышу. Дайма! О чем он говорит? Она может взорваться? Ерунда. Чушь. Энергия рассеется, как только устройство выпустит заряд. Сначала оно само рассеется. Так что мы тут делаем? Полевые испытания. Надо испытать на боевых танках. Но энергии хватит только на один разряд. Один взрыв. Ничего. Достаточно. Спасибо, Дайма. Извини. Слушай, в пещеру явился твой друг Шелдон. Это опасный человек. Да ладно. Рассказал нам, где можно найти бавариевые танки. Вот как? Какое совпадение? С Шелдоном в последнее время многовато совпадений. Что будем делать? А разве у нас есть выбор? Собираемся. Ух, какой. И что, нам сейчас на этой взрывчатке надо будет гоняться за танками? Приезжай за нами, Родригес. Думаю, будут неприятности. А мне-то куда? Твой друг Шелдон просто кладезь информации. Чем ты ему не угодил? Полезно иметь его на нашей стороне. Шелдон всегда на стороне Шелдона. Это уж точно. Эми и союзников. Ну окей. Аника. Аника это у нас там внизу сидит, да? Ну давай. Ух. Бодрые ребята. И чего мне предлагается на ходу их подстреливать? Смешно. Шутку понял. Солдаты! Живее, народ! Солдаты не дадут нам проехать. Надо разобраться с ними. Ну я как бы в процессе. Давай езжай, а! Да давай посмотрим, докуда дотянем. Ну уже, Родригес, мы застряли, помоги мне выбраться. Тогда давай посмотрим, докуда дотянем. Значит, просто... Все чисто. Едем дальше. Значит, просто забить? Отличный план! Охрененный план, чуть не нравится. Забиваем бур. Как думаешь, откуда взялись солдаты, Родригес? Обычная проверка на дорогах? Ага. Их целью был грузовик СМИ. Дировелла что-то знает. Или кого-то. Смотрите в оба. Как вариант. О, лысина того чувака не получено. Ой, какой неожиданный автобус. Ладно. Действительно. Просто автобус. По-хорошему, тут нужен вертолет. Процессе. Вау! Thank you.
Охренела? Разворачивайся, Тео! Они сзади! Я смотрю, они настроены решительно. Ага, я тоже. И красиво улетел. Все-таки самонаводящиеся ракеты — это мощь. Ну, в играх, по крайней мере. А в реальности... Да в реальности тоже, на самом деле. Хотя... Че там-то? Иди-ка ты отсюда, а. В реальности. Тео, блин, пулеметчик ты сраный. Воу-воу-воу. Черт возьми, Рико, мы застряли. Че, Рико? У Рико все нормально. Лента! Вообще упертый, да? И давай, давай, ехай! Ну? Через мост, скорее! Газуй! О, блин! Отличная мысль! Похоже, дорога односторонняя! Пулеметчик, ты сзади работать будешь? Ой, это свои. Какая прелесть. Кажется, мы заехали на нашу территорию. Красиво. Вау. Тогда... Стреляй, пулемет-то у тебя. А чё вы остановились-то? Всё чисто. Едем дальше. Странные такие. Парашютисты не остановились. Так езжай, хрен ли. Чё ты остановился-то? Херово изменил. Что это сейчас было? Вы это видели? Она просто улетела. Что? Ой, я надеюсь, не с самого начала, блин. А, жесть. Все чисто. Едем дальше. Просто... Класс. Это шедеврально было. Я такого я не ожидал, честно. Да, чувак, у тебя колес вообще не нужны, да, я смотрю. Прекрасно. Они бросили в бой танки. Где танк? Где эти ваши тянки-то, я не вижу. Что ты сказки-то расскажешь? Нет тут тянок. Ой, бляха. Ну и чё? Еще танки! Да какие танки, блин? Нет тут танков, блин. Да не танки, а фургоны, или как они там называются. Нас догоняют сзади. Воу-воу, ты... Да ты куда? Как только мы перейдем на ту сторону, взрывай мост. Этого они не ждут. Чего ты там тянешь, Родригес? Да я б с удовольствием, мне встать не дают, блин! Да пытаюсь!
блядь, да вы издеваетесь, что ли? Я, главное, пытаюсь... На, блин, бум! На, бум! Только сел! Только сел, и там яма, блин. Чё за бред вообще? Мимо военной базы. Всё захвачено уже. Скажите мне спасибо. Ну? Потому что у меня есть. Да? Не сейчас, Анника. Эй, остынь, Амико. Как скажешь, потом поговорим. О чем ты собралась разговаривать, овца? О том, что база захвачена? О, вертолет, осторожно! Так стреляй, что ты смотришь-то на него? Давай это... Стрелять ему не мешай, блин. Научись сначала стрелять, блин. Мы доедем когда-нибудь, нет? Что дальше? Вы достаточно близко. Да. Включай устройство. Я? Будь что будет. Ну. Ну давай. Машины сейчас взорвутся. Уходим. А я? А где? Убегающий. Класс. 4 бавариевых танка. Охренеть. А может, надо было их забрать, ребята, а? То есть, блин, ну ладно. Но круто. А где? Статисты где потеряли? 3 водителя. Тут чайника какая-то была. Должен признать, что я разочарован, мистер Шелдон. Что ж, можем обсудить это за стаканчиком, Себастьяно. Мано амано. У меня нет желания беседовать, мистер Шелдон. Кажется, Шелдон хана. 20 лет назад мы заключили сделку, ты и я. И ты не выполняешь свои обязательства. Это меня расстраивает. Ну, вы с дядей Сэмом заключили сделку. Ты и я. Мы сквозь пальцы смотрели на то, как ты обращаешься с жителями Медичи. И также смотрели на ситуацию с Даймой Альмасри, которую тебе одолжили на время. А я сквозь пальцы смотрел на Рико Родригеса. До сегодняшнего дня. Ты помнишь условия сделки, Шелдон? Я помню условия сделки, Себастьяно. Неужели? Я правитель Медичи. Ты обещал мне союз с Соединенными Штатами, а теперь все идет прахом из-за возвращения мальчишки, которого я сделал сиротой. Мальчишки, который бесчинствует в моей стране и выставляет меня идиотом перед народом. Ну, Себастьяно. Думаешь, мне нравится выглядеть идиотом в глазах народа? Это ты показал ему, как уничтожать мои танки. Разве? У меня есть глаза по всему Медичи.
Везде, кроме этой сырой темной пещеры. Какая пещера? Нет, ничего. Что укрылось бы от моего пламени, мистер Шелл? Руку-то убери, идиот. Кажется, ему хана. Пока. Не возвращайся. Или нет? Да. Ну и чё? Цель покинула область. И чё? Привет, амиго. О? У меня только что был не самый приятный разговор с нашим общим другом Себастьяно Диравелло. Почему бы тебе не заглянуть в уютную пещерку, что стало для вас домом? Ага. Ну ладно, сейчас покатаюсь только сначала. Да. Угу, она не пройдена. Ну, значит, покатаемся. Поехали. Представляете, насколько геморройнее было бы проходить вот это вот задание сейчас, да, если бы база не была захвачена. Да. Так, все захватил. А, мины? А они что, не как их? Забавно. Я думал, они сюжетные. Это просто по умолчанию, так сказать, расположение. И нормально тут, главное, эти катаются ребята на мотоциклах, да? Обычные катера. Чувак, уйди, пожалуйста, а? Ты мне мешаешь, блин. Еще один. Прям поперек дороги лезет. Да. Странные ребята. В принципе, нитро на катер поставить может даже иметь смысл. В некоторых случаях ускорение могло бы позволить получить эти 5 запчастей. С другой стороны, так неохота с этим возиться, вот серьезно. Ну, то есть, я так краем глаза осмотрел все эти модификаторы, и я бы не сказал, что это прям сильно. Ну, то есть, как сказать, это не мусор, нет, но и не что-то прям такое, что вот прям надо, я без этого никак не смогу. То есть, увеличение гранат, ну да, все, в общем-то, на этом. Три штучки. Вот, пожалуйста, загрузка. Прости, детка. Мне надо. Ого. Еще на месте крутанулся. Ну, прикольно. Неудобно как-то получилось. Зачем он ее скинул? Учитывая, что Трика Родригеса это красивая девушка, надо было пересадить ее себе за спину, то есть покатать немного. И все такое прочее. Так. Я, собственно, что ее выбросил? Ты мне показалось, что у меня вот здесь вот... Кажется, я зря выбросил, да? Так, умный взрыватель. Нет, это все лесом. Так, а здесь что? Нитро для катеров. Все катера получены со склада повстанцев. Тур все катера получены. А. Да не хочу, на самом деле. Куда нам сейчас? Ой, а чё так далеко-то? А можно туда оставить корабль? Да, можно быстрое перемещение устроить. Чё-то я не хочу я туда ехать. Даже на очень нужном водном катере. В этом водном мотоцикле, блин. Не, тут мы были. Я так понимаю, что сейчас нас чёртовой матери взорвут, да? Я так понимаю. Так, оружие. Ага. Все.
Вот это настоящий генерал. Ну, пошли. Будьте выше! Зацепившись крюком за край, нажмите С, чтобы быстро подтянуться. Ой. Да, это сработает. А это что? Не волнуйся, твой друг Марио идет на поправку. Но пока лучше его не трогать. Здесь должен быть Шелдон. как мило, что ты зашел, Омбре. Где твоя шляпа? Короче, Диравелло знает, где вы, и посылает здоровенную армию, чтобы вас убить. Ну, как же это произошло? Тео. Я беда. Удивительное совпадение, верно, Шелдон? Придержи коней, я не предатель. Я пришел предупредить, что очищающее пламя Диравелло движется на вас. Скоро придут войска Диравелло, чтобы уничтожить ЭМИ и убить Дайму. Как всегда, играешь на две стороны, Шелдон. Ясно. Поступайте с информацией, как хотите. Увидимся. Амиго. Жопастенькая. Ну что, вы готовы к бою? Мило с твоей стороны, Рико, но мне рано помирать. Да ладно тебе, Тео. Не в этот раз, Рико. Удачи. Дайма, Эми готов? Да, Тео прекрасный инженер. Придумал стабилизатор, теперь не взорвется. Отлично, заряжай машину, она нам понадобится. Будем держать оборону. Рико, я могу сражаться. Куда ты-то попёрся? Я Супермен с дробовиком, блин. Тебе нужен покой. Я могу сражаться, фрате. Дайма осталась со мной, и я останусь с Даймой. Береги себя, фратре. Уф, чего, спрашивается, брали под контроль все эти острова? Пришла эта армия, блин. Где весь этот контроль? Теперь вопрос, что сейчас будет. Смогут уничтожить две цели одним выстрелом. Да, да, постой. Цели? То есть меня? Иди, ты же Рико Родригес. Не дай ему уничтожить АМИ. Мы его и так не использовали. Взорвался, что ли? Похоже, что хорошо попал. Ну, судя по звуку, вот это будь. Что происходит? А! Дошло! Я корабль затопил, а эти сидят, они выйти не могут. Ой, боже мой. Приближается военная техника, Рико! Где? Турель! Давай к турели! Где? Какая военная техника? Какой турели, блин? А, вон там. Не только ж вам, козлам, из пулеметов стрелять. Ты падаешь. Все? Блин, недолет. Ой, тут оружие есть. Какая прелесть. А ребята, бедняжки, там так и сидят, да? Они выйти не могут. Эми, Марио.
Пошли, что ли, их? Ой. Попал. Давай, Рико! Отобьем у них пляж! Давай. Приближаются вертолеты, Рико. Окей. Рико, где? На разбитом корабле есть зенитная пушка. Где? Ух ты. Воу-воу-воу, эй, приехал! Поврежден! Защищай его, иначе он выйдет из строя и пещеру захватит! Вау, а я не знал, что он так умеет. Да куда ты? Эй-эй-эй! Марио! Ты еще кто такая? Эх, красивая девушка. Тебя куда понесло, а? Ты, блин, пенек трухлявый. Еще солдаты, Рико. Где? Что я могу сказать? Электромагнитный излучатель заряжен. Так огонь. Рико, машины врага вошли в зону поражения АМИ. Рико, нас так там много. Используй АМИ. А! Ну, успел. Успех. Заряжаю аккумуляторы повторно. В смысле повторно? Этот геморрой еще не кончился, что ли? Теперь у нас есть время перегруппироваться. Пополни боеприпасы, Рико. Они вернутся, чтобы уничтожить АМИ. Да вы че, ребят? А может это хорош уже? Ну, дайте мне перегруппироваться-то. Рико, парашютисты, расстреляй их! Это, блин, ты называешь время для перегруппироваться? Блин, я даже добежать не успел до этого сраного шкафа с оружием, блин. Да где он? Черт, я же помню, что он здесь где-то был. А, вон он. А че он не отмечен-то? Какие парашютисты? Где, бляха-муха? Да ты затрахала, блин, сама защищай свой сраный излучатель, задолбала, бляха-муха. Залезай, Рико, давай, черт. Блин, так
как это делать-то надо? Ёб вашу за ногу, это что за задание такое дебильное, блин? Три человека защищают это все. Где все-то, блин? Где вся повстанческая армия? Алло. Пипец вообще. Никого нет, блин. Теперь у нас есть время перегруппироваться. Пополни боеприпасы, Рико. Они вернутся, чтобы уничтожить ЭМИ. Да иди ты в жопу, блин. А чем этих-то уродов снимать? Вы что, издеваетесь, что ли, блин? Внимание! Обнаружены бавариевые танки! Танки и вертолеты! Чё? Вы чё, обалдели, что ли, блин? Вы чё хотите-то от меня, алло? ЭМИ снова заряжен. Используй ЭМИ, Рико! Вражеская техника в зоне поражения! Пипец, блин! Алло, кто еще атакует-то, блин? Ты че, какого хера? Ты куда ты? Да за, блин! А че их не взорвало-то? О, а эти откуда взялись? Рико, приближаются новые солдаты. О боже. Не могли же мы пропустить все самое веселое? Так и знал, что вы не сможете удержаться. Вовсе нет, я просто должен проверить. Ха-ха-ха, Аника, добро пожаловать во Фригу и другие. Серьезно? Они пришли под самый конец? Важен, просто... Жесть. Ты спасла твою башку, Родригес. Спасибо. Да пошла ты в жопу, блин. Да, спасла она. Кипец. Она такая мужественная, мне нравится. Как Дировелл узнал, что мы здесь? Наверное, он экстрасенс. Нет, Шелдон. Шелдон экстрасенс? Я ему не верю, нам придется его использовать. Скажи Шелдону, что мы собираемся атаковать электростанцию. Да, ты забросишь наживку. Посмотрим, клюнет ли Дировелла. Да, задание тупое просто, дальше некуда. Мы пришли вам помочь, когда уже все кончилось, блин. А, жесть. Нет, главное реально, Эми, база, где все? Реально, Рика один, просто один, никого нет. Один чувак с дробовиком, блин, и сумасшедший ученый вместе Рико, с ним за компанией. Разведчики повстанцев смогли просканировать Корда Дракон внутри. Интересные результаты. Надо встретиться, когда ты сможешь. Да? Ну, давай. Встретимся. Корда Дракон это у нас... А, ну это уже захвачено, да. Это уже все захвачено. Ладно тогда. Конечно, в принципе... Можно сейчас начать потихоньку вот эти вот... какой-нибудь райончик сбоку начать захватывать. Вот эту вот Либеркину, например. Или подождать, пока мы до туда доберемся. Наверное, да, наверное, я пока подожду, пока мы до туда доберемся. Ну, а смысл их отключить? Ну, сейчас это, лезть туда. Что же, возиться особо неохота. Да, пожалуй, не буду трогать. Вот когда задания переместятся на материк,
тогда и, соответственно, в зависимости от того, откуда мы начнем, потому что хрен знает, я вот сейчас начну вот это, например, освобождать, а кажется, что мы начнем, вот, например, с этой Умбры, которая почему-то наша. Почему она наша? Ха, забавно. Ну ладно, в общем, посмотрим. Ну и на этой смотрибельной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девочкам, щечку. Увидимся в следующей серии Just Cause 3. Не безоговорочная, не forever. Возможно, в свое время это и было хорошо, но сейчас это уже, ну, такое. Ну, не знаю, в какой-нибудь от HD-рованный Saints Row 3, по-моему, поиграть повеселее будет. Хотя тут, конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Ладно, как-то так.